Вопрос ученика из Нари. Он говорит, как в интегральном воспитании передать принцип, что нужно благодарить за добро и зло в равной степени, если у них есть только желание к добру? Ответ. Не передаем. Очень хорошо, что спросили. В интегральном воспитании мы передаем только одно. Нам хорошо быть в объединении, когда мы себя ведем как хорошие дети. Только. И с помощью этого мы можем достичь различных материальных целей земных, то, в чем мы нуждаемся. Это называется интегральным воспитанием. Ты понимаешь, что я говорю? Так мы должны к этому относиться. Это очень важно. Не выборы, не добрый творящий добро. О чем ты говоришь? Какой добрый творящий добро? Ты говоришь о Творце в интегральном воспитании? О Его управлении? Мы даже не касаемся того, что в природе есть такие законы. Но в нашей природе, когда мы объединяемся, мы раскрываем такую силу. И тоже, как мы это называем? Мы это называем коллективным разумом, коллективной мудростью. То есть это какая-то некая желаемая вещь, а не то, что ты начинаешь говорить о чем-то. Ни в коем случае. Это признак того, что человек не прошел правильную подготовку. И ему запрещено обращаться к публике. Он запутает ее. Он сделает нам плохое имя всей нашей организации.